Так, друзья, не друзья, значит, смотрите, показываю еще один участок, чуть больше 30 соток, состоит блок из трех участков, уже разделенных, и вот такой прекрасный вид на Газипашу и, соответственно, на аэропорт Газипаши, и вон там видно кусочек моря. Также, смотрите, вокруг горы, 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 и буквально всего лишь один сосед, вон там фермер, у него там несколько тепличек, все, больше ничего нет. Верхняя часть участка вот здесь. Участок уже тоже частично подготовлен. К нему есть заезды. Сделано небольшое террасирование. Если посмотреть внизу, соответственно, там проходит дорога. Дорога грунтовая пока. Асфальта на ней нет. Но, в принципе, я думаю, надо посмотреть. Возможно, вон там где-то повыше уже идет асфальт, либо бетонная дорога. Но по большому счету по ней особо никто не ездит. Вот, и вот там вот внизу что-то типа опорки, но скорее всего это какое-то старое здание местного крестьянина, а в данный момент это, соответственно, участок продается. Вот, смотрите, для чего подходит этот участок, для каких целей. Возможно, кто-то захочет здесь жить просто в отдалении от всех. Это как бы тоже преимущество, потому что никто тебе, так сказать, не мешает. Здесь можно, например, построить две виллы, если говорить про какую-то коттеджную застройку, либо это какой-то коммерческий проект небольшой, допустим, либо супервидовой ресторан, либо какой-то небольшой гостиничный комплекс, либо комплекс бунгало для отдыха, и потом просто наладить, что трансфер будет возить на море, если кому-то интересно. Здесь также можно построить, соответственно, комплекс с инфинити бассейном, с таким видовым, и вот любоваться вечером на светящиеся огоньки Газипаши, либо слушать стрекот кузнечиков, который здесь вот постоянно сейчас происходит. Вот такой, друзья, участок. Он меня не то чтобы разочаровал, он наоборот меня вдохновил. Потому что, когда, знаете, обычно попадаешь на землю, начинаешь думать, что же можно здесь построить. Потому что я изначально думал, что это просто какая-то недорогая земля для постройки двух домов. А когда сейчас уже сюда приехал, уже по-другому немножко фантазия разыгралась. Вот, и начинаю сам себе накидывать, что тут можно сделать. Вот, к сожалению, здесь нельзя летать, потому что рядом аэропорт, поэтому будет вот такое видео. Участок интересный, участок перспективный. Я бы на нем заморочился, что-нибудь построил. Стоит он недорого, стоит меньше, чем двухкомнатная квартира в Алане. А здесь можно прям размахнуться. Поэтому, друзья, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам интересна такая земля. Пока-пока!